Ежегодно государственные конкурирующие органы проводят единый день отчета перед бизнес-сообществом. Подобная практика была успешно внедрена в прошлом году. В качестве спикеров в текущем году выступили прокуроры, налоговики, санитарные врачи, а также представители региональной палаты предпринимателей. Как правило, подобные встречи организуют для повышения правовой грамотности предпринимателей, формирования обратной связи с бизнесменами. В ходе очередного дня отчета обсуждались изменения, внесенные по поручению главы государства и помогающие развитию бизнеса. Изменения коснулись о том, что есть субъекты бизнеса, они участвуют в госзакупках, значит, у них построен объект, какой-то, скажем, школа условно, он сэкономил деньги. Раньше было, ты эти деньги должен, теперь излишние деньги, значит, должен возвращать бюджет. Нет, это экономия, он построил где-то за счет, может быть, материалов или еще чего-то он сэкономил, но эти деньги – это его уже доходная часть, то есть он его возвращать не обязательно. Тоже это вот новшество, об этом тоже было сегодня сказано.